главный немец в «Спартаке» до этого, Шюрли, оказался к сезону не готов. Видимо, шансов у него продлить контракт нет. У нас нападающий из «Спартака», но... Риоси, радость. Первый матч мы играли дома с футбольным клубом «Москва», который сейчас неизвестно где. Да, и... Ну, известно, но мы не будем здесь приличными. Да, и если не ошибаюсь, за ту команду еще выступал нынешний главный тренер футбольного клуба «Зенит». Да? Вот. И мы их обыграли со счетом 1-0. И помню перформанс болельщиков, когда футбольный клуб «Москва», на то время еще Слуцкий тренировал их. Они сказали, что мы ляжем костьми, да, но мы здесь очки отберем у «Зенита». И перформанс был такой, что вот именно про кости там. Да. И мы выиграли 1-0, причем не дав создать в Москве практически ни одного голевого момента у наших ворот. Олег Шатов, но рекорда травмы на мира. Молодец, хорошая работа.
Конечно.
что делать? Не будешь выходить и буду выходить. Влад, подождите на все. Влад!